Всем привет! Вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня мы будем подводить итоги конкурса, который стартовал буквально месяц назад. И, соответственно, сегодня мы решим и определим победителей нашего конкурса. Давайте напомню по некоторым условиям. Для того, чтобы участвовать, нужно было написать адекватный комментарий и, соответственно, быть подписанным на мой канал. Что касается призов. Первое место – это кобура из АБС пластика для скрытого ношения для Добрыни. Второе – это кобура нейлоновая на велкро. Третье – это патч. Мой фирменный брендовый патч. Так скажем, памятная, приятная вещица. Это все я выберу специальной программой, ну, для выбора победителей. А напоследок я разыграю еще один патч, но победителя выберу сам из комментариев под этим видео. Итак, давайте начнем, пожалуй, с третьего места. Третье место — это патч. Нашел вот такую вот программку, так скажем. Я так понимаю, человек сделал ее сам. Ну, достаточно простая и удобная для розыгрыша. Итак, вставляем нашу ссылочку на наше видео. Видео называется «YouTube заблокирует 20 тысяч на канале». Но это для тех, кто хочет помониторить. 111 комментариев у нас. Загружаем данные. Вот здесь у нас все комментарии. Прекрасно видим. Сразу скажу, если победит тот человек, который там сказал, я не участвую или мне это не интересно, будем продолжать разыгрывать, пока не найдем наших победителей. Итак, поехали. Давайте. Третье место. Патч. Сталкер-стрелок. Всем советую подписаться на Медвежий Барабан и посмотреть видео. Интересные темы рассказывают. В жизни может пригодиться знание об оружиях. Вот так вот. Да, советую подписаться на канал. Поздравляю сталкера-стрелка, который выигрывает патч с изображением моего канала. Итак, не будем затягивать. Соответственно, сталкеру я напишу. Вот. Или пусть напишет он мне на почту, как минимум. Ну, чтобы мы могли сконтактироваться и узнать, куда я могу отправить презент. Двигаемся дальше. Второе место. Кобура на велкро из нейлона. Поехали. Михаил Каратенко. Поздравляем тебя. Выйдешь на связь, и тебе отправится кобура из нейлона на велкро, соответственно. Итак, плавно добрались до первого места. А первое место — это у нас кобура из АБС пластика на Добрыню для скрытого ношения. Поехали. Выбираем случайный комментарий. Алексей Варк. Удачи всем. Ежели что, будем Рутуб развивать. Ну, с Рутубом мы решили подзавязать. И с Дзеном, кстати. Тут же сразу я отвечу на этот вопрос. В общем, эти две платформы, Рутуб, очень сырая и просто бредовая. То есть я выкладываю ролик туда, а его модерируют по неделе, а иной раз и по полторы. Понятно, что может быть когда-нибудь там наладится, но я считаю, не мое, мне не понравилось, я решил с этой темой завязать. Что касается Дзена, у него тоже там очень много нюансов, не буду вас этим грузить. В общем, платформа тоже мне не подошла. По итогу решил оставить это, соответственно, YouTube, то есть будем долбить до последнего. Даже если у нас его заблокируют, сразу скажу, настраивайтесь, придумывайте что-нибудь там с VPN. Я ролики буду в любом случае по возможности публиковать. То есть со своей стороны я все буду делать, как и прежде. Второе — это у нас группа ВКонтакте, на которую тоже надо обязательно подписываться, потому что в ней в любом случае вы можете найти какие-то ответы для себя, узнать что-то новое, пообщаться с людьми со схожими интересами и так далее. В общем, залетайте и подписывайтесь. И третье — это у нас Телеграм-канал. Потихонечку развиваем, двигаемся, поэтому кому не сложно, залетайте, подписывайтесь. Будем двигаться, как говорится, вместе. Итак, еще раз поздравлю Алекса Варга с первым местом, и ему будет отправлена кобура из АБС пластика. Итак, здесь мы все закрываем. Спасибо данному сайту, выручил, потому что сейчас не все работает, не все программы для розыгрыша. Очень большая благодарность, если автор данного сайта меня видит, слышит. Итак, как я и говорил, одного победителя выберу я сам по комментариям. То есть посмотрю, почитаю и просто, так скажем, награжу, подарю памятный подарок в виде патча. Почитал я все комментарии. Много, конечно, с кем я хотел бы поделиться своими патчами. Но возможности, так сказать, порадовать прям всех у меня нету. В итоге я выбрал данный комментарий, а именно от Сергея Жукова. Данный человек — это уже постоянный зритель. Практически под каждым видео он пишет
комментарии, и не просто комментарии, а полезные, то есть где-то меня поправляет, где-то кому-то подсказывает. Тем более он написал, что патч на рюкзак страйкбольный, и я бы не прочь получить. Поэтому еще один патч отправляется Сергею Жукову. Опять же скажу, уже такое проходили, что если кто-то не выйдет на связь в течение недели, я постараюсь тогда уже завести стрим и разыграть прям в прямом эфире, то есть... Как-то это реализовать. Кто будет в онлайне, среди тех и разыграю. Давайте поступим так, чтобы наверняка. Также еще раз хотел напомнить, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, нажимать обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но немаловажно также подписываться на группу ВКонтакте, в Телеграм-канал. И есть еще одна группа, это подборки тактического Алиэкспресса. То есть делаю разные полезные подборочки с сайта Алиэкспресс. Залетайте, ознакомьтесь, подписывайтесь. Есть еще один момент, о котором бы хотел сказать. Времена сейчас достаточно тяжелые, так как на YouTube отключили ту же монетизацию, и поддерживать канал достаточно тяжеловато. Но я буду в любом случае продолжать это делать. Поэтому, если у кого-то есть желание помочь каналу финансово или просто поддержать, то ссылочки на Яндекс.Кошелек и на Donation Alerts я оставлю в описании под этим видео. У кого будет желание, можете поддержать канал монетой, так скажем. Но это все строго по желанию. Итак, на этом наш конкурс завершен. Всех победителей я еще раз поздравляю с победой. Со всеми мы договоримся, все отправим. И по привычке берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока.